Кашу купил. Нашел их, хорошо. Любит собирать. Я тут не люблю собирать чернику. Я ее в рот собираю. Заглотил, да? Грибочки. Это Саша насобирал. Вот, Ваня. Да меня, ну, я-то что? Я-то при чем здесь? Ванька, это вы же там живете. Я-то не живу там. От вас? Скажи Белоусова. Да. Белоусова. Алло. Это соседняя стоянка. Вчера здесь стоял катер большой. Плохо, Саша, стоя. Вот и сводит, перенапряжение ног. Ты мало стоял, стоя. Слышишь? Саша, вот откуда тебя сводит. Потому что ты много стоишь теперь. Один день. Тоска. Игорек, молодец, снимает, видит, а я ничего не снимаю. Но у меня столько это видео, честно говоря. Одно и то же. В том году я забыл эту сетку, забыл, в том году играл. Сетку я это не копирую.
И держу до конца. Давай. Держи. Вот появилось. Нажимай. Появилось. И все. А и тебе все. Бросать или... Выключил. Не надо. Все уже выключилось. Бросил. Уже выключилось. Все. Наши люди. Я же тоже на байдарках ходил. Но у меня таймень была. Она еще ездит на даче. Угу. Она же на место. Ну, молодцы еще. Кажется, молодые-то сейчас особенно на байдарках не ходят, кажется. В основном только те, вот, которые старшего поколения, кажется, да? Mm-hmm. По инерции. Но у них уже байдарки новые, есть какие-то уже приличные. Хотя вот это вторая на таймень похожа. Правильно все сделали, Юра, что они выбрали эту стоянку, правильно. Нет, нет. Если за камень бы не зацепить сейчас. Угу. Привет. Такое вечернее. Вот все. Я одеться хоть раз надо прилично. Видите, то как шаромыжник везде хожу, в ванной дырят. Вы скажете, что? Вот это называется эти самые, как называются эти деревни-то у нас называлась, когда все красят зеленым цветом. Вот. Надо так жить, вот как ты ходишь, чистенький, красивый ходишь. Вот вижу, а я грязный хожу постоянно. Ну вот так вот. Ты тоже снимаешь, да? Ну вот. Ну вот так вот все. Хорошо. Наша позапрошлогодняя стоянка на Слитном.
Да, все правильно. Там дизельно пиздец. Он у вас на этой стоит, рядом на стоянке, наверное, да? Там? У вас, наверное, рядом на стоянке стоит баркас? Не, у Березова. А, у Березова? Да. Все, никуда мы не уедем. Смотри, чудо. Сосны. Народ везде сейчас стоит. Все, да. Мы уже поехали, сегодня выходной, суббота. Народ поедет. Ягодный. Ветер снизу. Она ей позвонила, она кого-то найдет. Она, ну, еще. Надо долго, ну, все, ладно. Алло? Да, жадно. Окей, хорошо. А сейчас нету, все понимаете, как ровки. А все, теперь там не ходи. Барри, барри. Барри, барри. Барри, там не ходи. Остановка.